Мамочка, Сэндхит ворвалась на Евровидение. Ну что, всем привет, мои хорошие, мои любимые. Вы попали на канал Бурмаки Владислава, либо же Бероджо. И сегодня в этом ролике я запишу свою реакцию на Сан-Марино на Евровидении 2021. Так, значит, Сан-Марино в этом году будет представлять Сэндхит, которая в прошлом году пробовалась с песней Freaky, но коронавирус повлиял на то, что Евровидение отменили. В этом году просто она буквально за один день взорвала интернет. Букмекеры ее переместили где-то там с самого низа на 17 место. Ее песню немножко слили в интернет, и я считаю, что, ну, типа, ну, там кусочек был, то есть, ну, чего услышать не можно было, я ничего не слушал. Сейчас буквально идет премьера на официальном канале Евровидения, значит, тут в чате просто пишут, что это winner, адреналина, потом good entry, good job, Сэндхит. Короче, Сэндхит просто всех порывает. Я думаю, что сейчас нужно прям записать реакцию и просто насладиться этим. Потому что если уже так все прям она всех взбудоражила, я думаю, что там что-то толковое. Я думаю, что там не колхоз, я думаю, что все-таки Сэндхит показала что-то хорошее. Потому что у нее есть очень много денег. Не забываем об этом. Она богата женщина. Она живет вроде бы в Италии. Так же самое, как, например, Серхат тоже жил в Италии, вроде бы, и представлял Сан-Марино. I'm going crazy. We can all go crazy. У нас есть еще такая история, что в основном артисты с Греции представляют Кипр. Вот так. Так, значит, мои хорошие, мои любимые песни называются Адреналина Сэндхит. Ну что, давайте будем слушать. Ух, интересно, очень, конечно. Так, а что-то оно все перевернутое. Ну, Сэндхит в своем, конечно, стиле. Вот это вот в ее клипы, такие у нее в Инстаграме дуже странные клипы. И в прошлом году у нее был странный клип. И вообще у нее странное творчество в плане клипов. Но вот сейчас это просто, ну, интересно. Ну, треба перевертать. Я можу перевернуть. Такие, знаете, арабские штучки. Вау! О-о. Вау, боже, прикольно. Та-та-та-та-та-а-а. Вау, это просто хитяра. Это адреналин. Адреналина. Значит, клип у нас очень интересный. Она крутится на каком-то таком трикутничке, четырикутничке. Ромбике. Боже, это топ. Это вышка адреналина. Это испанский, наверное, или... Или какой-то еще, может быть, итальянский. Вот прям хочется танцевать. У нее классный образ. Она такая вся кучерявенькая. Клип в ее стиле таком наркоманском немножко. У нее такое творчество. Евровиденская Леди Гага в плане образов. Пугачеву напоминает. Мне немножко Пугачев. Ой, ну все, это вышка. Это очень высоко будет. Это будет очень высоко. О, это Флори. Этот мне Валерия Джоук скидала, что это тот Флорида, короче, который написал хит популярный. Сейчас я вставлю. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Если они будут вместе выступать на Евровидении, это будет топ. Это будет вышка. Ну, тут, конечно, такие, знаете, хромакей дешевенькие, но, ну, в Сэндхит такие стиль. Интересно, просто мне интересно, как это уже будет на сцене. Вот на сцене, если она классный номер сделает, то будет супер. Я видел ее живой вокал на Eurovision Home Concert во время самоизоляции. Просто топ. И когда все остальные участники записывали свои версии песен на iPhone просто, она прям сняла камеру, у нее было хорошее освещение, у нее было очень крутое... Ой, боже, классно, песня вообще закончилась. Короче, ага, тут у нас титры, все крутится, крутится. Короче, прикольно, прикольно. И она вот, она очень серьезно отнеслась к этому хоум-концерту. Она записала все на профессиональную камеру, и у нее были классные спецэффекты неоновые под песню Freaky, Freaky, Freaky. So when you touch me, I feel your love all over my body.
Если честно, эта песня мне сразу понравилась. Я сразу увидел в этой песне какой-то потенциал. Я не буду утверждать, что эта песня победила бы в прошлом году, но она даже, мне кажется, вошла бы в финал, если бы конкурс не отменили. В этом году это 100% финал, я уверен в этом, потому что, ну, куколки мои, давайте не будем спорить, потому что если она сделала такую взбучку, она реально молодец. Я не сомневаюсь в ее живом вокале, я не сомневаюсь, что будет классный номер, я не сомневаюсь вообще в ней, потому что, ну, если здесь есть Флорида, вот этот вот, с этим своим популярным хитом, я думаю, что все будет круто. Мамочка, Сенхит ворвалась на Евровидение. Пишите свое мнение в комментариях, потому что мне очень интересно услышать вас. Она девушка не бедная, она богатая. По ней сразу видно, у нее в Инстаграме там все такая жизнь лакшери. Ну, я не знаю, откуда они берут деньги на том Сан-Марино. У них там что, нефть копают, чи у них бурштин, янтарь копают в соснах, чи что. Не знаю, откуда у них столько бабла, чи она просто свои фотки голые на какие-то порно-сайты загружает. Неизвестно просто, откуда у них столько бабла. Но если она к себе привернула популярную звезду уже такого мирового масштаба. Я не знаю, просто как это этот Флорида, он реально там хиты пишет, или у него был только один хит. Интересно очень, конечно, будет за этим всем наблюдать. На фоне того, что мы вчера снимали на канал реакции на Евровидение, на то, что мы вчера смотрели на моем канале, это большая суббота, это просто ужасные заявки, что Италия, что Дания, что Эстония, но это не то, это не уровень, а вот это вот уровень, это запоминается, здесь классный мотив. Сейчас, что самое главное в песнях? Вот согласитесь в комментариях, вот согласитесь сейчас со мной. Самое главное в песне, чтобы она запоминалась, чтобы ее можно было напеть, не зная слов. Слова в песне сейчас это второстепенное. Самое главное это мотив. Все. Я считаю, что это имеет шансы хорошие на конкурсе. И пишите, пожалуйста, как вы считаете. Это финал? Это победа или это полуфинал? Мне очень важно ваше мнение, давайте будем обмениваться, я все читаю, все лайкаю, всех люблю, всех целую, обнимаю, мои куколки. Вы были на канале Бурмаки Владислава, я вернулся в свою порно-студию. Мои куколки, мои куколки, мои куколки, это будет взрыв кукольного домика. Надеюсь, что вы завтра будете на моем канале, будет выходить видео про Россию. Россия очень такая, знаете, будет хайповая страна в этом году, потому что завтра неизвестно вообще, какой отбор у них будет. Поэтому жду вас завтра на моем канале или когда это видео выйдет вот на Сан-Марино. Надеюсь, что смонтирую его очень быстро. Поэтому подписывайтесь на канал и, пожалуйста, ставьте лайк, комментарий и колокольчик. Все, спасибо, целую всех, бай-бай!